Бодрого времени суток, уважаемые, многоуважаемые посетители этого замечательного сайта. В этом видео хочу рассказать вам о том, почему выбивает автомат УЗО. Основные причины мы в этом видео рассмотрим. Первая причина – это неисправность самого автомата. Какой-то заводской брак, и автомат постоянно выбивает. Чтобы это дело проверить, нужно просто его подключить к какой-нибудь нейтральной нагрузке, там лампочки, и проверить его на работоспособность. Если он будет выбивать по поводу и без повода, то причина в автомате. Следующая причина – это в самих бытовых приборах. Бывает такой момент, что сами бытовые приборы, такие как электроплита, либо стиральная машина, они собраны с дефектом. Такое бывает, конечно, очень редко, но такое все-таки бывает. И идет какая-то утечка на землю, и постоянно УЗО при этом срабатывает. Это тоже необходимо учитывать, чтобы выявить такой дефект. Если у вас много бытовых приборов задействовано устройство защиты отключения, то вам их поэтапно необходимо тестировать. Получается, одно проверили, один бытовой прибор проверили, потом следующий, пока не выявите тот, который вас напрягает. Следующая причина – это плохая электропроводка. Либо она подустала, плохая изоляция, и идет какая-то утечка на землю, от чего УЗО это воспринимает как утечка на человека. И для этого она старается все это дело обезопасить, то есть отключается. Поэтому эта причина тоже очень существенная. Проводку надо проверять. Если все ранее перечисленные причины ничего не дали, то проводка это тоже как одна из причин. Следующая причина – это неверно собрана схема подключения УЗО. Сейчас я вам дальше покажу, как собирается схема УЗО. Первая схема – это для полной защиты через УЗО. То есть, получается, у нас идет основное УЗО, устройство защиты отключения, и от него уже расходятся автоматы на потребители, как здесь представлено. Собирается она просто, ну, грубо, от счетчика идет фаза 0, приходит фаза 0 на УЗО, 0 отдается на общую шину какую-то, а уже фаза разбегается по автоматам, и от автоматов идет на потребители. Тут может быть и микроволновка, может быть и стиральная машина, все что угодно, все что вы хотите защитить. А нули уже отдельно подцепляются на потребители. Земля точно так же сама по себе где-то здесь бегает и точно так же подключается. Вторая схема подключения – это как бы для частичной защиты. Ну вот у нас получается, мы хотим защитить здесь отдельно вот эти потребители. Их нам надо обезопасить от утечек различных на землю. А здесь вот нам не обязательно. Мы знаем, что вот эти потребители никак не связаны с землей, и их защищать не обязательно. Вообще, смысл УЗО, если вкратце объяснять, это если человек подходит к стиральной машине, и со стиральной машины на этого человека пытается пройти какое-то электричество. Через человека и на землю происходит утечка. УЗО это понимает и выбивает автомат. Вот основной смысл УЗО. Вкратце. Там будет отдельное видео, где я подробнее расскажу, как действует УЗО. Ну и последняя причина – это конденсат в проводке. Ну, проводка проложена в каком-то водонасыщенном месте, и каким-то образом идет утечка на землю, на эту воду и постепенно на землю. Опять же, автомат это может воспринимать как утечка на человека и будет стараться выбивать автомат, дабы защитить возможными ударами током человека. А на самом деле это будет всего лишь утечка на землю просто проводов. Вот, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать. Уверен, видео вам понравилось. Делитесь им с друзьями. Всего доброго вам!